Руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» посетила Тверской детский сад номер 33. Здесь силами волонтеров идет благоустройство территории. Добровольцы уже покрасили деревянный забор около детской площадки для младшей группы, а недавно провели для ребят обучающее занятие. Подробности в нашем материале. Если детский сад – это дружественная среда для детей, то вот городские улицы таят в себе много опасностей. Тверские волонтеры во главе с Юлией Сарановой серьезно занялись этим вопросом. Добровольцы будут учить малышей правилам дорожного движения. Есть такая педагогическая как бы практика, равный равному, да, когда более старшие дети рассказывают младшим о том, о каких-то вещах, и таким образом ребята тоже это хорошо достаточно усваивают, потому что одно дело, когда инспектор в погонах, да, рассказывает, что ай-яй-яй, на красный свет не переходи, ну, через такую позицию немножко, да, вот, через страх. Другое дело, когда мы через пример такого же ребенка, да, они показывают, как это нужно делать, и ребята, да, уже копируют такое вот правильное, позитивное поведение. А закрепить материал помогут практические занятия. Благодаря добровольческому центру «Мы вместе» в детском саду номер 33 создадут специальную площадку для изучения правил дорожного движения. Во втором корпусе нашего детского сада волонтеры сделают профессиональную разметку для того, чтобы наши воспитанники могли заниматься по правилам дорожного движения. Это очень важно, для нас актуально, и в то же время самим нам это, конечно, сделать невозможно. Площадка будет готова к 1 сентября. Занятия в игровой форме помогут детям быстрее запомнить правила поведения на дороге. Занятия для детей – лишь один из аспектов деятельности центра «Мы вместе». В нескольких направлениях движемся, и мне кажется, это наша такая очень важная задача, чтобы, как я уже ранее сказала, вот это ощущение комфорта, безопасности не покидало ребят за воротами школы либо детского сада. И это, конечно же, и задача, которая перед нами стоит в сфере благоустройства города.